директор Валентина Дмитриевна, какой человек. Понимаете? Я это не все время знаю. И как влияет один человек, и помощница такая же. Как будто они сидели и только ждали, когда мы приедем. Она не знает, с какой стороны посадить. Ну, у них, наверное, меньше библиотека по размерам. Она по вторая после вашей по размеру. А третья, говорит, ваша парламентская. Крупнейшая библиотека. Это Бог так сделал. Вот это вот я делал сам набор, сам версткой занимался. 30 тысяч часов провел за компьютером. Послезавтра. А как же вы с компьютером ладите? Тоже ладите? Да. Мне в понедельник будет, в этот понедельник, ровно 74. Ну, поздравляю вас. Так молодые. А мы едем, ночуем где-то в лесополосах, потому что от города к городу. От Владивостока доехать до Турции, сейчас думать до Португалии, пройти Скандинавию, полностью Прибалтику, опуститься в Южную Республику, через Чечню вернуться. Мы знаем возрождающие действия этих божественных книг. А у вас их же, наверное, много раз вы все не отдариваете. Вот книг можешь, наверное. Тысяча всего экземпляров. Я понимаю, но вы их в машине, да, с собой? Они вот сами бегом, у нас 38, а тут у нас мы еще перевезли, машину заказали за Москву, и сюда едем, заряжаемся и дальше идем. В прошлом году мы посетили 240 городов и районных центров. Вот я был в тюрьме, мне говорят, вчера вы ночью молились, 7 преступников сзади молились на коленях, можем мы тоже встанем, молиться будем? Я знаю, с кем разговариваю, сотрудничаю с тюрьмой, я знаю, о чем он думает, потому что я сам каторжник. Это все Господь позволил перенести. Теперь я реабилитировал со всеми квотами, политзаключенными. Но я не политик. Хотя я насчитал архипелаг ГУЛАГ впервые, первый в России, в Советском Союзе, на пленку я распространил по всей стране. Брал интервью репрессированных. Это наша жизнь. Мы не можем забывать своих героев, а герои те, которые к небу ведут. Вы все найдете. А если mail.ru, пойдите. Я в сентябре уже должен вернуться. Игнатий Лапкин, два слова. Я один, кстати, мы не ходили. Попроситесь, друзья. Там она с фильмы снята. Один фильм занял первое место на международном кинокомпусе. Второй главный приз в России. Документальный фильм о православии. Вы сказали, можно все изменить, но если это будет со Христом. И это делает для Бога моего. Вот она сидит и улыбается, я смотрю, Господи, я первый раз вижу, она уже радуется. Это счастье нам знать друг друга, что мы знаем Христа. Это счастье. Вы нас только извините, у нас же очень много работы. Большое вам спасибо. Спасибо вам.